Внезапная буря событий в мире шоу-бизнеса. Завершив вчерашний концерт в столице, Леонид Агутин сегодня столкнулся с проблемами здоровья, вынуждая его обратиться к лучшим медикам страны. По инсайдерской информации, 55-летнему артисту был диагностирован тромб в ноге, после того, как он пожаловался на сильные боли в конечности. Агутин прибыл в больницу, где медики выявили тромбоз глубоких вен. Лечение было назначено в виде препаратов, и на данный момент нет речи о хирургическом вмешательстве. Ни представители Леонида Агутина, ни сам артист пока не комментировали эту новость. Однако, учитывая насыщенный график исполнителя, пора корпоративов, которая наступает сейчас, может стать серьезным испытанием для его карьеры. Выступление Леонида Агутина стоит от 5 до 7 миллионов рублей, и, по словам инсайдеров, даты на декабрь практически полностью распроданы. Если звезда действительно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, это может обернуться не только потерей денег, но и сдвигом в его графике на январь, где запланированы выступления в Сочи и Дубае. В последних интервью Леонид Агутин рассказал о своем стремлении поддерживать здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек и начав заниматься спортом. Пожелаем артисту скорейшего выздоровления и следите за нашим каналом для обновлений по этой важной новости.